Вот что такое сидеть на крыльце у друзей. Сосны здесь везде. Все как я и пишу в своем рассказе на базе отдыха. Магазин. Коттедж ровно напротив магазина. Здесь живет Вячеслав Ибрагимович. Видите, даже вот это... А, нет, наверное, вывеска, это, конечно, не советских времен, естественно. Вот, а значит, я живу вот в том коттедже, и у меня окна выходят туда, на Мейн-стрит. Вот здесь круглые фонари, которые тоже в моем рассказе есть. А вот там солнышко на соснах. Понимаете, и это все. И это и есть то, что нужно. Я не понимаю.